Поклонники чирспорта и чирлидинга открывают новый сезон. В Иванове прошел Кубок Ивановской области. Этот турнир помогает спортсменам настроиться на серьезную работу. Свою программу представили воспитанники 10 клубов. Те, что за лето успели хорошо потрудиться и подготовить программу. Есть команда, которые перешли из танцев. И там все вот такие важные старты. Не так рано начинается в спорте. Вот это лето. Это учебно-тренировочный сбор, это подготовка новой программы. И как раз осень все спортивные клубы начинают эти программы обкатывать. Потому что самые серьезные начинаются прям буквально вот январь-февраль. И за один раз это невозможно подготовить классно. Выступление длится всего 2 минуты, а подготовка к нему может занимать более года. За это время нужно успеть полностью раскрыть свой талант, показать свои способности. Организаторы турнира отмечают, интерес к чирспорту нисколько не угасает. Напротив, число участников только растет. На этот раз есть и новички, например, команда из Ивановского госуниверситета. Вот буквально за год мы собрались, и это девочки буквально учебных групп. Никогда ничем не занимались, но просто большое желание. Вот, так что мы совсем-совсем молодые, новые. Для нас это большая честь выступать в таких соревнованиях. Девчонки волнуются, мы уже готовимся. Ну, думаю, что все будет в порядке. Уже в следующем году изменится статус соревнований. Они станут межрегиональными. Хотя участники из таких городов, как Владимир, Нижний Новгород, Ярославль, приезжали и раньше. Организаторы мечтают добиться того, чтобы турнир обрел статус Кубка губернатора. Это откроет более широкие перспективы для участников, а как следствие вырастет интерес к самому виду спорта. Любой спорт полезен. Здоровье. Да. Потом, как ни странно, спорт нам помогает дальше в учебе, в умении планировать свое время. Если ты будешь успешен в спорте, ты дальше будешь успешен и в учебе, и во всех других своих достижениях. Кубок Ивановской области по чирспорту – своего рода разминка. Серьезные испытания, которые откроют дорогу ивановским спортсменам на российскую, а быть может даже и мировую арену, стартуют сразу после Нового года. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.